Спорт в селах и городах станет доступнее. В Троицке откроют новый физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом. На это из областного бюджета направят 55 миллионов рублей. Такие же ФОКи откроют и в других районах Южного Урала. Новый ФОК улучшит условия тренировок баскетбольной команды 39-й школы Троицка. Она одна из лучших в городе. Но чтобы выйти на областные соревнования, спортсменам нужна не только хорошая физическая подготовка, но и подходящее место тренировок. Вот в этом году наша команда заняла второе место в городе по баскетболу и второе место по волейболу. Но тренироваться в зале, к сожалению, не всегда возможно, потому что низкий потолок, в длину нестандартный зал для занятий баскетболом. Новый ФОК в Троицке откроют уже в 2021 году. При поддержке губернатора Бориса Дубровского такие же универсальные игровые залы появятся еще в 14 муниципалитетах региона. Он будет 24/42, ну, как планируется. Это дает возможность проведения соревнований любого уровня, как международных, так и городских. Я думаю, что для нас это будет большим плюсом. Спортивным показателям Троицк занимает второе место в регионе, а по оснащению спортивными объектами лишь 11-е, поэтому новый физкультурный комплекс в городе необходим, уверены жители.